8 июля в нашей стране отметили День семьи, любви и верности. В Славянском районе в этот праздник прошло много памятных мероприятий. Утром в сквере Аллея любви состоялось торжественное открытие памятника Петру и Февронии. А вечером в Северном парке прошла большая развлекательная программа. Северный парк давно уже стал местом семейного отдыха, а в День семьи, любви и верности здесь как никогда было много семейных пар с детьми. Для юных славянцев работали разнообразные игровые и тематические площадки, а для взрослых была организована выставка народно-прикладного творчества «Мастера СНК». Оборудованы красивые и необычные фотозоны, которые пользовались большой популярностью у гостей праздника. Жители были рады отметить такой замечательный праздник в такой душевной атмосфере. Семья, мама, папа, дети, все это важно, все это нужно. И здорово, что есть такой праздник, когда можно прийти в парк всей семьей, опять-таки, уделить время детям, погулять от души, порезвиться на интерактивных площадках. То есть здорово, это такой праздник, он объединяет семью и делает ее более дружной и ценной. Особой популярностью у гостей праздника пользовался импровизированный ЗАГС, где пары могли стать участниками процесса бракосочетания. Конечно, в шутку, но положительные эмоции все пары точно получили. Объявляет вас мужем и женой. Горько! Примите от нас на память подарки. Свидетельство о заключении семейного союза. Еще раз подборные аплодисменты собравшихся получили и супруги Ермолаевы из Рисового сельского поселения. Александр Борисович и Ольга Федоровна вместе уже более 50 лет. Секрет их семейного долголетия кроется во взаимном уважении друг друга, а еще любви к одной профессии. Супруги – учителя и более 40 лет проработали в школе. Праздник этот очень необычный, он не похож на все остальные, потому что это праздник семьи и любви, и верности. Но чтобы добиться вот такого срока, как мы с моим мужем Александром Борисовичем живем, надо было пройти большой путь. Мы и ссорились, мы и мирились. Мы жили долго вместе и разъезжались. Он уезжал на учебу, я себе на учебу. Но когда мы сошлись вместе, мы поняли, что мы друг без друга жить не сможем. И у нас уже и дети, и внуки. И надеюсь, что скоро будут правнуки. И мы живем сейчас душа в душу. Нам все, грубо говоря, все завидуют, потому что мы выполняем один прекрасный завет. Жить в дружбе, в любви, верности, как этот праздник называется. И, конечно, помогать друг другу, оберегать друг друга, любить друг друга, заботиться друг о друге, потому что ничего нет дороже семьи. В Северном парке в этот день было все наполнено любовью. Счастливые лица смотрели с фотографий семейной фотовыставки. Артисты исполняли песни только о любви. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. А завершился праздник просмотром фильма в молодежном кинолофте. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».